Итак, друзья, обещанный прямой эфир. Снимаю макияж аэрографический чистиком для снятия макияжа. Вот, обещала, сейчас все покажу. Итак, это я. Так, сейчас я установлю телефончик. Сейчас, одну секундочку. Ой, сейчас. Вот так. Хорошо. Значит, я беру чистик для... Ой, он пополз. Чуть неудобно. Я не продумала. Пришла уже немножко поздно. Не так, как обещала. Значит, вот мой чистик для снятия макияжа. Он уже такой немножко побитый жизнью. Ему 2 года. Я его мочу в воде. На мне аэрографический макияж, я хочу, чтобы вы рассмотрели, есть и много теней, и стрелок, плюс закрепителей, и все остальное, все, что может быть, все, что должно долго держать макияж, чтобы ничего не потекло. Конечно, очень красиво, скажу честно, мне очень нравятся стрелки, очень нравятся, как вы их находите, но... К сожалению, ничего вечного не бывает, и тем более макияжа. Вот я уже намочила предварительно ткань. Я вам сейчас ее покажу. Вот она мокрая, вот, даже слишком мокрая, секундочку. И просто таким легким движением буду снимать... Ой, один момент. Буду снимать глазки. Было очень красиво, мне очень нравилось. Но обещанное нужно выполнять. Значит, вот, смотрите, с одного глазика просто сразу и обратите внимание, глаз у меня абсолютно не размазался. Он идеально сразу снимается. Сейчас еще посмотрю в большое зеркало. Вот. То есть, сколько секунд я это делала? Очень быстро. Просто еле дотрагиваюсь, еле. За что люблю этот чистик, смотрите, что было на лице. Тут помимо макияжа, по-моему, масса всего. И пыль, и токсины, наверное, за вечер, и много радости тоже там было, наверное. Я ее сняла вместе с макияжем. Так вот, мы просто очищаем, и сейчас второй глаз. Для людей, которые не пользуются косметикой, не наносят макияж и тем более не делают там специальный долгоиграющий макияж, эта ткань незаменима тоже, потому что она очень хорошо очищает поры, и когда вы идете уже ко сну отдыхать, то лицо все равно нужно умывать, а когда вы встаете утром, его тоже нужно умыть. Эта ткань и наполнит влагой, и не стягивается кожа. Но у меня кожа ближе к сухой, даже я бы сказала суховатая. Но за что очень люблю, и думаю, со мной согласятся многие. Вот. Вот, пожалуйста. Я на себя посмотрю. Ничего. Как будто бы красоты всей не было. Но она осталась. Очень приятно, очень удобно, можно сделать это на диване, работает много лет, без всяких смывок, добавок, только водичка. И посмотрите, ничего не размазалось, не растеклось, то есть сразу в поезде, в самолете, при любимом человеке, никто не испугается, видите, я даже в эфире это делаю, легко, несколько движений, все чисто и красиво. Дорогие друзья, мы будем для вас записывать еще эфиры, следите за нами. Это будет интересно. Кстати, вы можете предлагать свои поверхности. Может быть, вас интересуют какие-то особые поверхности. Поэтому ждем.